Но пока забить команде Андреевского не удалось. Вот и сейчас опять чуть было не продавили ситуацию. Михайлов пытается зацепить за шайбу, но в итоге удается его партнерам сохранить шайбу. И уже Сибирь от своих ворот готовит очередную атаку. Что касается игры в первых периодах, то тут немного лучше статистика у Куньмуни. Вот сейчас выход 2 в 1 у китайской команды. Момента! И уже Лата имел шансы вывести Куньмуни. Red Star вперед! Какие шансы не реализуют команды, а? На старте этого матча. Да, выход 2 в 1 был. Латта неплохо бросил, но Красиков выручает и продолжает свою сухую серию.